Такими последствиями может грозить забившийся туалет. Особенно часто унитазы засоряются во время новогодних праздников. За 10 дней каникул специалисты Барнаульского водоканала выезжали на вызовы по очистке канализации 122 раза. Чаще всего за период этих новогодних праздников вытаскивали из канализации салфетки. И также категорически нельзя сливать жир в канализацию, потому что наседает на трубах, и к нему прилипают остатки пищи, бумага и все остальное, что не должно находиться в канализации. Чего только не видят унитазы помимо новогодних салатов. Главное правило – нельзя выбрасывать предметы, которые не являются биоразлагаемыми. Например, подгузники, кошачий наполнитель, ватные диски и палочки. Зато обычную туалетную бумагу хоть и нежелательно выкидывать, но допустимо. Если это влажный рулон, то на упаковке будет указано, можно ли ее смывать. Что самое странное смывали в унитаз? Самое странное? Короче, дело было так. Я однажды что-то готовил какую-то еду, макароны, по-моему, какие-то. Я, короче, смывал. Я там сам выгребал это все, в пакеты обратно выносил. Самое странное, это петарда была. Да ладно? Да, да. Но ее можно смыть один раз всего. Если все же серьезная авария случилась, а под рукой есть вантус, то пропихивать им засор — сомнительная идея, поскольку мусор может уйти дальше по трубам, тем самым преградив доступ к туалету всем жителям дома. А если управляющая компания плохо работает и не своевременно обслуживает сети, то фекалиями может затопить подвал. Поэтому лучше в случае засора все же обратиться к специалистам. Данил Кузнецов, «День с толком»,